По инициативе Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» в муниципалитете прошел конкурс «Помним», посвященный 80-летней годовщине контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Он был организован в рамках федерального партийного проекта «Историческая память». Принимали участие школьники от 6 до 17 лет. Конкурс, повторюсь, проходил в двух номинациях «Рисунок» и «Сочинение». От Ленинского городского округа в оргкомитет поступило порядка 200 заявок. В итоге конкурсным жюри были выбраны 6 лучших работ, по 3 в каждой номинации. Поздравить ребят с победой приехал депутат Московской областной думы Владимир Жук, а также представители администрации муниципалитета. Сегодня здесь собрались победители, но участников это тысячи и тысячи по всей Московской области. Поэтому сегодня в Ленинском городском округе мы будем награждать лучших. Но хочу вообще сказать большое спасибо и ребятам, и родителям за то, что помните историю. Само действие написания сочинений или написания работ, рисунка художественной работы, это пропущенное через себя действие, через душу. Те ребята, кто принял участие в этом конкурсе, инициированном «Единой Россией», они понесут эту память и передадут ее своим детям и своим внукам. Не останавливайтесь. Сегодня вы окунулись в эту тему, завтра вам будет интересна другая тема. Вы, главное, занимайтесь полезным делом, все в жизни пригодится. А мы поддержим. Ученик 4 класса 11-й Видновской школы Коля Шестаков работал над картиной вместе с мамой-художницей. Я думала о войне, как будто они живые, то, что они наступают. Не ожидала то, что я получила 3-е место. Угу. Приятно, да? Да, очень. Победители были награждены областными наградами и памятными подарками. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.